Волонтер Надежда Шалашова уже пятый год руководит секцией скандинавской ходьбы при отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Несколько лет назад она пришла в Центр соцобслуживания населения Первомайского района, чтобы раскрасить досуг на заслуженном отдыхе, а затем решила создать свою группу единомышленников. У нее получилось объединить вокруг себя около 30 человек, которые приходят на занятия каждую неделю и преодолевают расстояние по 5-6 километров в день. Очень большое дело играет то, что мои девчата все веселые и все жизнерадостные. Все они всегда с улыбкой. Что в скандинавской ходьбе? Правильная ходьба, свежий воздух, ну и, конечно же, общение с друзьями. А вот ее коллега, 82-летний Лев Гольдберг, руководит сразу двумя секциями. Учит бобручан серебряного возраста играть в настольный теннис, а также в шашки и шахматы. С молодости мужчина увлекался спортом, вел активную жизнь, поэтому на пенсии без дела тоже не сидит. И сам проводит время с пользой, и людям делает доброе дело. Учитывая годы, время-то надо было занять, а главное для меня это общение. Вот это общение я и создал, что у меня теперь столько знакомых и столько людей, с такими людьми я общаюсь. Команда людей доброй воли существует в отделении с 2014 года и насчитывает 12 волонтеров. Возраст добровольцев 60+. Благодаря их усилиям при центре работает 6 секций и столько же клубов. На республиканском слете волонтерское движение представляли 3 человека. Герой нашего повествования и руководитель клуба «Дачник» Людмила Новик. Символично, что первый республиканский слет волонтеров серебряного возраста состоялся в Международный день добровольцев. Организатором стало Министерство труда и социальной защиты. И это говорит о том, что действительно волонтерское движение значимо и играет важную роль в оказании услуг населению. На слете состоялась церемония награждения лучших волонтеров серебряного возраста. 21 человек отмечен благодарностями министра труда и социальной защиты Беларуси. К слову, присоединиться к команде добровольцев может любой желающий в возрасте от 60 старше, кто готов поделиться своими знаниями и умениями в различных сферах жизни. Людмила Любимцева, Максим Галенко, Бобруйск, 360.